Нет, говорит, совсем чуть-чуть, говорит, поднимемся. Как вам панорама? Круто? Ребята, я не знаю, где я. Я запотерялась. Так, сейчас, ребята, те, кто нас смотрит уже давно. Всем доброе утро! Я себе сделала завтрак. Сегодня у нас нет школы. Я недавно проснулась. Сейчас у нас 11:00 утра. Сейчас будем кушать. То есть я буду завтракать. Потом не знаю, что будем делать. Каролина тоже завтракает хлопьями. Я уже поела. Вот мои тут были хлопья. Я не могу найти мой камушек. Камушек? А какого цвета он был? Он такой Galaxy. Камушек отцепился. Ты, Ксюш, покушала? Да. Я, как обычно, монтирую влог. Мы хотим в этом месяце постараться снимать влог каждый день. Лагерь целую неделю. А, точно. Девчонки снимать. Же в лагерь поедут. Ну, неделю. Да. Получается, тогда сколько? 5 дней в день будет выходить. Если только я буду снимать на телефон, ну не знаю, на телефон мне не нравится качество. Ты можешь новый телефон купить. Да, конечно. Не нравится мне на iPhone. Данил! Так, я сейчас... я хочу немножечко прибраться на моем столике. Молодец. Спустя даже сколько? Поменяла. Даже постельное белье поменяла. Даже все здесь протерла. Это что, мусор? Угу. Все вытерла. Чистота. Молодец. Меня уже в каждом влоге в комментариях просят, сколько вы весите. Я не знаю, правда. Я бы написала, но я не знаю. 50? Нет у тебя 50. Чего? Да. Нет. У тебя рост 1,57 или сколько? 48. Давайте посмотрим. Какой 50? 46, считай, минус ропа. 46 минус одежда, то есть. 46 килограмм весит Маргарита. А ты, Ксюша? Если бы вы знали, сколько я вешу. Ксюнчик, 37. Так, Ксюша 37, Маргарита 46. Все, я ответила на вопрос, потому что в каждом влоге меня спрашивают. В прошлый раз мы измеряли рост, был у Маргариты 156, у Ксюши 154, по-моему, если я не ошибаюсь. Мы измерили Ксюшу, она 155. Теперь Маргарита. Сесть, ты не так рост! 158. О, ты, Ксюша, 155 сантиметров, Маргарита 158. На 3 сантиметра. Да, 3 сантиметра. Вот так вот. Маргарита скоро уже 160. Мне кажется, за лето вырастешь, и ты будешь 160. Мы поедем погуляем. Куда, не знаю, папа нас куда-то повезет. Все готовы? Ксюша, Бонни мы с собой не возьмем, мы далеко поедем. Точно не знаю, куда, но далеко. Ее может укачать. Все, готово? Ну, знаешь... Моя учительница сказала, что тому, которому будет плохо, нужно покупать таблетки. Таблетки кого укачивает? Да. Таблетки. Тебя укачивает? Да. Закончился у нее корм, а сегодня выходной, только завтра надо покупать. Поэтому она у нас сосиски кушает. Съела уже. Ксюшечку взяли? Точно, нужно капельки в глаза взять. У Макса может быть... Мы едем на природу, поэтому всякое может быть. На первый-второй рассчитай. Что такое? 1% батарейки сейчас сядет. Так, мы уже почти приехали. Сколько? Конта минут у нас? А, какие-то браки. Уже близко. Все спят, что ли? Макс спит. Вроде недалеко. Едем где-то минут, наверное, 20-30, не больше. Проснулись? Все проснулись? Жарко? Ксения? Мы теперь едем где-то в лесу. Вот это вот мы забрались высоко. Как красиво. Ксюша уже вылезла в окно, она уже не может. Ее укачало. Не, мы реально сейчас до Снежных гор доедем. Вдвоем. Давайте, вдвоем, вдвоем. Das ist voll cool. Du bist richtig. Ja, ja, die 30 Grad.
Так, Маргарита сейчас тоже у нас. Сейчас Как вам панорама? Круто? Так уже это прохладненько немножко. Я же говорю, мы скоро, наверное, папа нас туда, наверное, везет на лыжах кататься. Красиво. Я спросила, мы куда едем? Далеко? Нет, говорит, совсем. Чуть-чуть, говорит, поднимемся. Чуть-чуть поднимемся. Поднялись. Нужно еще посмотреть, сколько мы наверх. Да. Ну, папа молодец. Следующий раз, когда папа скажет, нет, чуть-чуть, это значит не чуть-чуть. Каролина вообще в шортах у нас. Каролина. Смотри, все чисто. Чисто? Ну, приятного аппетита. Чистый снег, говорит. Красиво очень. Так, ну где ваша середина-то? Центр. Наверное, какой-то ресторанчик. Нет, там сидят. Домики деревянные. Закрытые. Это избушка. А, тут для деток. Детская площадка. О, тут можно играть. Прикольно. Мне тут... Не нравится? Страшно? Давай заберем. Замерзла? Так, все. Вон там треугольничек. Вон, видишь, белый треугольник. Это центр. Мы идем прям туда. Я иду в майке. Мне не холодно. Мама, ну так, ветерок прохладный, но не сказала бы, что прям я замерзла. Откуда вы не знаете, что это? Тут тоже домик. Водопады. Ксюша. Бабушка Ксюша. Бабушка Ксюша. Там крест. Видела? Смотри, туалет. Вот. Ага, снег лежит. Смотри. Кто хочет в туалет? Я. Пойдемте. Куда нужно идти? Туда чуть подняться нужно. Ксюш, ой, Каролина, не провались там. Так, идем, пошли, почти пришли. Ксюша куда-то. Ксюша решила срезать, я так понимаю, да? А мы пойдем по тропинке. Кто первый дойдет? Здесь можно грилить, я так понимаю. Там скамеечки, дрова, домик. Все, Ксюнчик, ты в самой середине Швейцарии. Ты прям силачка. Я знаю. Мак, ты сейчас все поле тут сорвешь. Агара, ты аки. Там осторожно. Ну, это да, Каро. Мак, Каролина там. Ромперезу, куда? Смотри, чтобы он зубы последние там не оставил. А то папа затормозит и все, и воткнется.
Держимся, держимся. Поехали. Мы уже спускаемся. Круто? Я тоже хочу. Страшно? Очень. Да. Я за зубы-то за твои переживаю. За последний зуб, который у тебя впереди. Чем кусать будешь? Это ползет, ползет, ползет. Заехали в магазин за хлебушком, а? Папа должен купить таблетки. Он в аптеку пойдет? Забыл. Ну ничего страшного, успеешь. Папа пошел за хлебушком, потому что сейчас мы поедем, заедем к нашей бабушке. Они приболели, бабушка с дедушкой, поэтому мы их хотим навестить. Ждем папу и поедем. Когда у меня будет машина, я буду так ехать. Так. Где, мам? Мам, где? Мам, где? Так, сейчас, ребята, те, кто нас смотрит уже давно, узнаете, куда мы приехали? Я не знаю. Кто узнает? Не знаю. Пишите, где мы находимся. Пишите на канал. Вот так вот все изменилось. Но двор не изменился. Все такое же. Где мы раньше играли. О, видишь эту машину крутую? Угу. Балкончик наш бывший. Стоянка. Пойдем сюда. И там наша комната была. Это ванная комната. Это здесь наша была комната с папой. Здесь сейчас как гостевая. Здесь ванная комната. Гостиная. Здесь у нас обеденный стол стоял. А теперь они там обедают, в той комнате, где был Макс с Каролиной. Кушать будешь рис? Вот здесь вот, где Макс с Каролиной спали. Теперь здесь столовая у них. Обеденная комната. Здесь раньше вы спали, помнишь? Но здесь Маргарита с Ксюшей тоже здесь спали одно время. Да, сначала, потом уже, когда Макс с Каролиной появились. Нет, переехали потом было в бюро. А, да, здесь офис был, а потом только Макс с Каролиной спали. Пошли кушать. Давай. Вот она наша кухня. Кто помнит еще? Все, мы поехали домой, покушали, поужинали. Теперь домой. Время у нас. Сколько время? Время, по-моему, почти 9 часов. Нету Каролины. Где Каролина? Я тут. А тебя не видно. Все, теперь вижу. Все, вижу. Ты спряталась просто. Устали, нагулялись. Довольные? Понравилось гулять? Не хочу сам играть. Не хочешь сам играть? Так, а Каролина здесь хочет опять устроить, наверное, да? Пижама! С Бонькой? Да, Бонька. Бонечка, ты тоже спать тут будешь, да? Да, мониторы. Давай. Мониторы будут? Все, мы тут все будем спать. Мы сегодня планировали с Маргаритой снять видео на ее канал. Да, она хотела перебирать свой летний гардероб. Присмотреть, что ей там. Что она будет носить, что она не будет носить. Да, Марго? Но сейчас уже 10:30, и снимать уже не будем. Я устала, если честно, поэтому перенесем на завтра. Будем заканчивать наш влог, потому что мы будем отдыхать. Так что всем пока! Всем пока! Бони! Бони, скажи пока!